Я русский. Я устал. Устал извиняться, устал нести ответственность, устал стыдиться, устал чувствовать позор. За что? За то, что из Азии пропал рабовладельческий строй? За то, что Латвия, Эстония и Литва катались как сыр в масле? За то, что, обороняя порт Артур, променяли 15 тысяч русских на 110 тысяч японцев? За то, что, обороняя Петропавловск-Камчатский в 1854 году, около 1000 ополченцев, потеряв 40 человек, отбили атаку трехкратно превышающих сил, отправив в могилу или на койку 400 противников, и за то, что их командующий англосакс застрелился, за то, что Кипр, Болгарию, Грецию освободили от турок, за то, что не дали уничтожить сербов, за то, что, выполняя миротворческий долг в Афганистане, обменяли 15 тысяч на 200 тысяч. За то, что 90 десантников не дали прорваться тысячам боевиков через высоту 776. За то, что променяли 84 человека на 400. За то, что два батальона наемников в Грозном не смогли уничтожить штурмовой отряд майкопской бригады. За то, что советская армия освободила Европу от фашизма. Может мне извиниться за Баязет, за Брестскую крепость, за атаку мертвецов, за эсминец Новик или лидер Ташкент? А может перед монголами за то, что мы иго сбросили? Или за Александра Невского за то, что европейских рыцарей на дно Чудского озера спустили? За то, что Анна Ярославна научила Европу пользоваться вилкой и мыться хотя бы раз в месяц, а не раз в полгода? А может извиниться за 9-ю парашютно-десантную роту 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, принявшую бой на высоте 3234 в Афганистане? За что я, русский, должен здесь извиниться? За то, что, несмотря ни на что, мы сохранили честь, гордость и человеколюбие? За то, что наши правители не дают нам опуститься до уровня Сомали? За то, что мои прадеды выбили с Дальнего Востока японцев и американцев? Я понял. Я должен извиниться за то, что немытая, забитая и необразованная Россия дала миру Толстого, Герцена, Горького, Гоголя, Ломоносова, Чернышевского, Гагарина, Королёва, Циолковского, Крылова и прочих. Да, я устал. Я русский. И я устал извиняться за то, что я русский. За то, что во мне течет кровь тех, кто прибил щит на врата Царьграда. Тех, кто разрушил Римскую империю, кто освободил 1/6 земной суши. Тех, кто спас Европу от татаро-монголов и фашистов. Тех, кто проехал по улицам Парижа. Тех, кто на кораблях спасал будущее США от Британии. Можно многое перечислить. Но у каждого государства есть страница истории, которым можно гордиться. Но почему только Россия должна стесняться своей истории и посыпать голову пеплом? И перед кем? Перед Европой, которая уничтожила инков, ацтеков, майя, сжигала людей на кострах, вырезала пол Африки, остаток продала в рабство. Интересно, что должны мы сделать, чтобы наконец-то все униженные нами нас простили? Может, хватит нам писать о своей истории в извиняющемся тоне? Лично я устал извиняться. Пора научиться гордиться тем, кто ты есть. Я русский. И хочу, чтобы мои дети гордились той страной, в которой они родились.